Здравствуйте. Наша недельная глава называется ТЦВ. В прошлой недельной главе, как и в этой, мы говорим о постройке православного храма. В прошлой главе рассказывалось о самом постройке этого православного храма и о создании его сосудов. Но в этой главе говорится про одежды первосвященника Аарона и его сыновей. И Тора подробно перечисляет их создание. У первосвященника Аарона было 8 одежд, а у его сыновей было 4 одежды. Есть не совсем связанный закон с этим, написанный в другой части Торы, говорящий, что еврею запрещено одевать смесь шерсти льна. Называется шатнес. Всевышний запрещает это делать, но в нашей главе Всевышний повелевает сделать одежды из смеси шерсти льна. При создании одежды первосвященника использовалось три нити шерсти, золото и лен. Если бы не хватало хотя бы одного ингредиента в одежде, и первосвященник бы сделал работу, то он обязан получить за это смерть от руки небес. Есть еще один закон, но это сейчас это заповедь, одевать четырехугольную одежду цицит. И здесь Тора ему разрешает это сделать, например, взять льняную футболку и привязать к концам ее шерстяные нити цицита. Это исключение из Торы, показать тебе, что когда ты хочешь выполнять заповеди, Всевышний тебе это разрешает. Об этом говорит наша недельная глава. Шаббат шалом.